Готовим пирожное макарон в виде сердца. Будем делать его на готовой смеси макарон микс. Кладем 250 грамм смеси, 50 миллилитров горячей воды. Температура воды должна быть ровно 50 градусов. Взбиваем в миксере на высокой скорости ровно 4 минуты. В конце добавляем краситель и перемешиваем. Вот такая масса, стекающая с лопатки, должна получиться. На силиконовый коврик отсаживаем массу в виде сердца. И даем им засохнуть при комнатной температуре 30 минут. Выпекала при температуре 150 градусов 12 минут без конвекции. И вот такие заготовки под будущее пирожное получились. Далее делаю клубничный конфитюр. Беру клубничное пюре, смешиваю пектин с сахаром, ставлю клубничное пюре на плиту и довожу до кипения. После этого всыпаю пектин с сахаром и провариваю около 2 минут. В конце добавляю лимонную кислоту. Пюре снимаю с огня и перекладываю в миску для остывания, прикрыв пленкой в контакт. Далее делаю шоколадный ганаш. Беру темный шоколад 70% с какао и нагреваю сливки. Сливки довожу почти до кипения и вливаю в шоколад. Перемешиваю до однородной массы. Также накрываю пленкой и ставлю охлаждаться. После остывания массу перекладываю в миску и немножко взбиваю, чтобы крем получился мягкий. Перекладываю крем и конфитюр в кондитерский мешок и выкладываю его таким образом на печенье. Для оформления я взяла этот же темный шоколад, сделала сеточку сбоку и развела кондурин со спиртом. Чтобы сделать рисунок в виде сердечек, можно этот рисунок сделать с помощью формы сердца. Либо можно нарисовать просто от руки. Пирожное ко дню Святого Валентина готово. Thank you.